Друзья, давайте приготовим еще один перекус, очень быстрый. Он очень популярен в странах бывшего британского содружества. Называется garlic bread. Это такие тосты, вы поймете, в чем их особенность сейчас. Льем масло на сковородку. Ну так, не очень много, ну, чтобы покрыло дно. И пусть она немножко нагревается. И мы берем тостерный хлеб. Он дешевый, он невкусный, вот так есть невозможно. Ну, он безвкусный. Но для тостов он прекрасный. И мы кладем на сковороду наш хлеб, будущие наши тосты. Тем временем измельчаем чеснок. Галик по-английски – это чеснок. Кто знает английский язык, поэтому и называются наши тосты garlic bread, то есть чесночный хлеб. Измельчили, вернее так подавили. Теперь измельчаем ножом, ну так приблизительно, меленько. Так, не забываем о том, что у нас там хлеб. Переворачиваем. Вот, а чеснок помещаем, ну, у меня ступка. Если у кого-то ступки нет, в большую крепкую чашку. И вместо ступкиного пестика можно использовать просто ложку. Поливаем маслом. Так, поливаем не слабо. И раздавливаем. Тщательно раздавливаем чесночную массу в масле. Эфирные масла, которые содержатся во всяких, ну, в том числе, во всяких вкусовых добавках, в том числе и в чесноке, прекрасно растворяются в масле, потому что это как бы вещества одной группы. Вот. Берем, уже поджарился наш бред, вот, и мы выкладываем его на тарелочку, вот, и берем, ну, у меня есть вот такая, как бы, штучка для намазки, и вот этой смесью чеснока и масла намазываем кисточкой, например, можно, например, вот такой штукой. Можно просто брать ложкой, наносить на хлеб, переворачиваем. Эти тосты уже готовы. Вот поверьте, когда вы сделаете для своих детей такие тосты, они в следующий раз будут обязательно просить garlic bread. И, ну, перед работой, конечно, у тех людей, у которых работа связана с людьми, я бы не рекомендовал есть. А если это допускается, ну почему бы и нет? Или в выходные дни, например. Ну, вкусно. И быстро. Почти мгновенно. Кушать подано.